Больше никакого дерибана земли. Все 6500 гектаров Беличанского леса возле Киева стали национальным парком. Соответствующий указ подписал Александр Турчинов. Последние 6 лет эта территория была объектом войны между общественностью и чиновниками. За это время более 1500 земельных участков раздали под застройки, в том числе и депутатам. 100 ділянок отримали депутати, члени їх сімей. 400 ділянок було виділено на підставних осіб із різних інших областей. Ліси, які є об'єктом природно-заповідного фонду, вони не можуть продаватись, роздаватись, відходити у приватну власність. В лісі не можна буде проводити суцільні рубки, а в лісі не можна буде, наприклад, знищувати рослини, тварин, полювати. В лісі буде заборонено розводити багаття. Еще в 2011 году бывший президент Виктор Янукович и бывший генпрокурор Виктор Пшонко публично обещали журналистам спасти Беличанский лес. Но свое слово не сдержали, лес продолжали рубить, а вместо деревьев росли только зеленые заборы. Но все же благодаря активистам и местным жителям, которые бесконечно пикетировали здание Киевсовета, строительство не начиналось.